Мариуполь празднует юбилей. Сегодня городу исполнилось 240 лет. По этому поводу здесь открыли отреставрированную греческую площадь. Как все прошло, видела Ольга Теребинская. Когда-то административная, а сейчас уже греческая площадь – одно из любимых мест мариупольцев. Сегодня здесь не протолкнуться. Ведь только через год, а столько длился ремонт, в день города люди наконец-то увидели результат. Мариуполь – это основоположник греческой диаспоры. Он начинался с этого, поэтому это история. А историю не изменить. Очень красивое место, центр города. Наконец-то приятно встречать людей из других городов, родственников, которые приезжают и могут насладиться кусочком такого современного мира именно в нашем городе. Мариуполь называют греческой столицей Украины. Представители диаспоры радуются, что теперь в их городе есть кусочек их исторической родины. Замечательно. Площадь по-европейски все. Все очень красиво. Самое главное, это всю красоту сохранить еще. Хочу, чтобы наш город процветал, чтобы такие площади открывались, еще не одна площадь. Площадь мне очень нравится, и все люди очень довольны. Мы все ждали этого открытия. Греческая площадь, конечно же, обоснована, потому что Мариуполь, как это тоже не секрет, греческий город. Да? Изначально сюда заселились сразу греки, это уже потом появились разные национальности. Основные работы по реконструкции выполнила благотворительная организация «Фонд Бумбуреса». Еще в прошлом году греческий меценат Пантелеймон Бумбурес обратился к мэру Мариуполя с инициативой благоустроить любую из площадей города и переименовать ее в греческую. Мариуполь – это греческий город. И я думаю, что раз греческий площадь, надо уметь и греческий город, надо уметь и греческий площадь. И вот идеи уже мы сделали. Эту район живут 80% греки. Больше не только Мариуполь, больше чем 100 тысяч людей. И зона то, здесь этот город стучит греческое сердце. Руководство города предложило реконструировать центральную административную площадь. За год на территории в 2,5 гектара появились десятки новых деревьев, велодорожка и светодинамический фонтан. На реконструкцию потратили 12 миллионов гривен личных средств мецената. Мэр города отметил, что открытие площади – это историческое событие для Мариуполя. Без истории никогда не получится сильной нации. Мы гордимся нашей историей, гордимся нашими предками, гордимся теми свершениями, которые они делали во имя и во благо Мариуполя. Мы помним историю, когда 240 лет назад наш великий святой привел на эту Приазовскую землю греков-переселенцев. И тогда наши земляки, проявив толерантную, солидарную позицию, основали город Марии. Инициатива мецената связана с активной поддержкой греческой диаспоры в Украине. В начале месяца при поддержке фонда в Одессе открыли греческий парк, а теперь приступят к реконструкции сквера в Волновахе. Ольга Теребинская, Даниэль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер.